Привет, дорогие друзья! Благодаря вашим молитвам, благодаря тому, что Господь делает в нашей жизни, я наконец-то дома с семьей. Сегодня у нас первый день Хануки. Ханука – это праздник обновления дома, обновления храма. А я вам говорю, что праздник – это обновление каждого дома. Вот я приехал домой, здесь действительно стены помогают, и здесь действительно настроение другое. И после вот этих трех недель, которые я провел совершенно не в привычной для меня обстановке, я наконец-то дома. Благодарю вас за то, что вы приняли участие в том, что у нас происходит. Благодарю вас за то, что вы молились за нас. И желаю вам светлого праздника Хануки. И поздравляю вас с наступающим Рождеством. Но мы еще увидимся с вами. И вот от имени всей моей семьи просто еще раз огромная вам благодарность за ваше участие, за ваши широкие сердца. И слава Богу за вас. Пусть Господь вас обильно благословит во всем. Аминь. Пока. Bye.